по меньшей мере 40 человек получили ранения во время посадки пассажирского самолета авиакомпании Qatar Airways в международном аэропорту Манилы, сообщил представитель аэропорта. Медицинская служба аэропорта оказала помощь пострадавшим, когда приземлившийся Boeing 777 был отбуксирован в безопасную зону. Среди пострадавших два бортпроводника и трое несовершеннолетних пассажиров. Один из раненых пассажиров попросил его госпитализировать, отмечает газета.